Так, ребята, это продолжение 10 побед подряд и Русский играющий какой-то Филидор. Так. Наверняка все знающий в этом варианте. Ну, увел коня из центра, что не должно быть хорошо, но разменял его. Так. Ну и в 4-4. Ну, подготовим, может. Зачем белопольника отдавать? Ну, просто такая у него судьба. Не Так, ну, у очень. нас пешки-висячки. Кто-то их любит, кто-то нет. Зато у нас линия. Да, у нас много линий. Ну он Пешки. 3, он 3 пошел. Так, Стоп, он. Е5. Е5. Там же зависает на G7 в конце варианта. Ну, не думаю. Так, ну это, конечно, не очень, не знаю. Спорный ход. Отличной позиции, мне очень нравится. Аналитики потом будут думать. Отлично, Е6. А, нет, стоп, ладья, ладья D6, ладья D6, заехали. А, да, заехали. Отлично. Вот поле на G6 такое, конечно. Симпатичное. Сладенькое. Коня бы еще как. Зачем, зачем, зачем коня? Мы сейчас просто пойдем ладья D1. Ну, Будем так. давить. Не, Зачем по D7? линии G, нет. А по линии G что? Оу. Так. А, ну это Походу же это... сбоку. Так, теперь коня уже нужно. Так, ну это. Стоп, мат, мат в один ход. А нет, не мат. Ну дай там пару шахов, ослабь. G6 Да, заставь пока пойти. подумаем. Коня наш 4, через А4 перебросит быстрее. Пока сидим. Коня через... Пешку не зевни. Ферзя зевнул он, ферзя зевнул. Победа должна быть. Все в 11 секунд. порядке? Все в порядке? Флаг, Yes. отлично, победа. Так, сильного русского обыграли. Может, Партизанов. даже это знакомый наш какой-нибудь. Нет, не написал он своих имен. Ладно, ждем на паузу, ждем следующего соперника. Так, Гей-американец. итак, номер 6 в нашем списке это американец. Так, Нет, нет. это не американец. Так, у нас гражданин мира, Фишер. А, конь завис. Вперед, конь. Вперед, конь. D4 нужно проводить. Провели, Красава провели. C4. А ему уже не надо. Чересчур пассивно играет соперник. Хочет Ее выиграть. можно жертвовать было, эту качку. Да, я не знаю, можно или нет. Так, теперь Так, слонов перекинем немножко. ферзя уже туда нужно, в атаку. А-а-а. Конь G4, там ферзь H4. Да, может, конь же. А, так уже можно было жертвовать. Ну ладно. Ничего. Слон H6 тогда, быстрее. Сейчас. Да почему сюда-то? Ну, на F6, чтобы. Ага, типа крепенько. Ну, типа, И конкретненько. все, теперь смотри, ферзь D2, с идеей слон F5, 1-0. Ну, как бы да. Вот, ферзь D2, осуществляй. Надо было сначала ферзь D2 пойти. Я думаю, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Ну, в шахматах это не всегда работает, к сожалению. Ну, здесь, да. Вот так вот. Вот так вот. Гражданин мира. Партия номер 6, да, это у нас была? Like that. Фишер. Фишер. Отлично. Ждем следующую партию. Чилиец. Чилиец. Алексис Санчес. Алексис Санчес. Да. Так, ну. Алексис Санчес мат пошел давать, тебе это не смущает? Ну, это Алексис Санчес, атакующий полузащитник. Если б. Но кто быстрее? Алексис Санчес или я? Дело в том, что Алексис Санчес короля пинает. Да, немножко, конечно, боязно. Но я как настоящий лох, не обращаю ни на что внимания. Ладно. Как не Все пробовал. как-то тут грустно. Все. Так, ну когда она дарит пешки, нет. Ну по... Может так? А в чем идея? Нет. Идея в том, чтобы загнуться. Но. Не подменялись чуть-чуть. Не знаю, в чем идея. Да, подменяться. Ну ладно, F6. Как бы. Почему Есть нет? идея ферзь B6 всегда. Ферзь B6 без качества. Не знаю, о чем говорит Кирилл. Так. Пока так.
В общем, достаточно интересная ситуация на доске. Почему ферзь b6 не пойти? Ну, я не знаю, потому что это в один ход ты как бы нападаешь, и если соперник защитит, то вся идея нивелируется. Ну и что? Ну, когда ты достигаешь определенного Ферзя, ход. да нормально. Почему нормально же было Ну, бы там слон ферзь? g5. Времени нету. Да, времени маловато. Подтянули. Блин, как играть? Как играть? Надо Все, было ставлю. пешкой бить. Не меняй пока ферзей. Мой тебе совет. Пошли в атаку. Спасибо за совет. Так, ну и плотненько. Вот, отлично, поплотнее. Ви-ви-ви-ви. Так, сюда пока. Так, скинем ладью. Так, Голубой, не о, берем. Пошли сюда. Тупость. Но он, конечно, игнорирует все, что я ему предлагаю. Так, ну мы дорубим флаг, и я думаю, это удастся. можно Так, ферзя с... нет. какое-то сумасшествие. Так, ну флаг все еще не падает. Все, Поставим все. шах. Ну, yes. Победа. Это был номер 7 в нашем списке. Чилиц. Чилиц номер 7. Чилиц под номером 7. Так, хочет он... Че, реванш чилийцам? Чилиец номер 8 у нас? Нет, 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 будем новый. Покажем побольше шахматистов в этом. Больше шахматистов. Популяризация шахмат. А то Жирная палка. зрители подумают, что на Чизкоме всего один чилиец есть. Так оно и есть на самом деле. У нас... Позиционный гений. Посмотрим, как в пульку он будет позиционные идеи проводить. Так, защита двух коней. Так, почему мы не пошли в Гамбит Хэллоу, а не в Пульку? Ну, потому что это устарело. Это потенциальную энергию будем накапливать пока что. Ну вот не делает он 2-0. Мне это не нравится, потому что... Нет, слава богу, он сделал 2-0. Так. Попробуем накопить потенциальную энергию. Не хочет. Не хочет. Тоже он задумал что-то. Позиционный гений, что с него взять? Так, у нас ладья по линии. Попробуем устранить защитника пешки А7. Так, ну это все, конечно, сложно. Он играет очень тупо. Ну, может быть, так и нужно. Так, конь вышел с темпом. Молодец, конь. И как-то поле... Знаешь, в позиционных маневрах, мне кажется, темп не имеет огромного значения. Ой, ладья на 4. Ой-ой-ой. Рано, рано такие. Конфетка, конфетка. Нет, пускай как раз самое время. Так. Да. Все. Конь h4, конь g6. Вот, Да. вот он позиционный маневр. Доигрываем мою партию, потому что мы уже нашли все, что нужно, можно было найти в этой. Ну, я думаю, ладья g5 достойный ответ. Но, конечно, такого шаха никто не умирал. Да. В общем, подкрут. Безусловно. Мы немножко доминируем. Так, но это уже ни в какие ворота не лезет. Наглость этого индийца. Ого. А, так. Я думаю, можно зафиксировать. Позиционное давление. Да. Так стоп, единое через Е3 тогда, наверное, что. Ну, я думаю, что можно как-нибудь напасть. На b7 и на вскрытый шах. На b7 сели. Только теперь нужно быстрее вести куда-то. Я не знаю, что здесь делать, честно скажу. Это же позиционный игрок. Это позиционный зевок был. Да, грамотный позиционный зевок. Переиграли, переиграли. Не хватило немножко гениальности тому позиционному гению. Да, еще зевнул пешку. Ты Так. думаешь, что ладью уже съешь, нет? Ну, наверное, так, все. Так, и этот тоже ролик закончен.